Час. И вот мы вчера приехали вечером, поэтому я не снимала, потому что, ну как, просто было темно, не очень понятно, а сейчас пойдем на главную улицу и будем шопиться. Всем пока. Вот мы уже вышли на Корсо Италии. Это гигантская улица, она главная. И сейчас мы находим один мой самый магазин, который здесь есть. И идем покупать вещи. Просто настроение, муд. Ей! Сейчас примерно 5 часов. И вон там была видна Пизанская башня, но мы немножечко мальчик прошли. Мальчик сел в грузе, чемоданчик. И, наверное, когда мы пойдем туда, мы ее точно сейчас увидим. Сейчас мы направляемся в тот комплекс, к там Сан-Дуомо, Пизанская башня и Баптистерий. И я расскажу еще немножечко об этом. Все за 1 евро. Даже такая есть. Не более, не более. Какие арки. Сейчас мы находимся на Кампо Санто. Это кладбище. Но просто в ней... Сейчас мы пойдем в главный собор, а потом в Баптистерий, который стоит сзади меня. И вот, наконец, мы попали в Баптистерий. Сейчас мы залезли на стены. Видно. Такие открываются виды на сам собор, вон там Пизанская башня, вот Баптистерий. Кстати, кто не знал, вот с этой стороны, со стороны стен, Баптистерий обложен черепицей, а с другой стороны какими-то железными листьями. Ну, листьями железа. Что я несу? Железными листьями железа. Класс. А вон там вон очень красивые горы в тумане. Там, наверное, дождик. Не повезло. Вон уже здесь видно, что там обложено вот этими железными листьями.
мы уже подходим к Санта-Мария де ла Спина. В переводе это означает шип. Ну, то есть спина — это шип. Вот она вот такая маленькая. Читается самым красивым готическим собором, точнее, церковью во всей Европе. Вот это мы уже находимся в этой церкви. Ну, она строилась в романском стиле, а сам фасад сделан готическим. Тут много стульев. Вы бы спросили, почему? Все из-за того, что здесь это вообще работа Микеланджело Писторетти, который как раз, когда я была в Венеции, я не снимала влоги, жалко, и в одной из церкви тоже была его выставка. Там было очень интересно, это наш современник. И вот такие вот круги из стульев. Вот на этом стуле, который черненький, он сидел сам. Поэтому это очень интересно. Но мы идем на вокзал.